Сергей Жигунов много лет прожил в браке с Верой Новиковой. В 2006 году гардемарин ушел от жены ради коллеги по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк. Роман звезд был скоротечным. Через 2 года пара рассталась, и Жигунов вернулся к жене. Казалось, что актер остепенился. Однако несколько месяцев назад в сети появились слухи, что он снова оставил супругу ради любовницы. На этот раз избранницей Сергея стала журналистка Виктория Ворожбит, внешне очень напоминающая прекрасную няню. Новикова долго не комментировала новый роман благоверного, но когда он объявил общественности о разводе, решилась на откровение. Оказалось, как и в случае с Заворотнюк, об измене мужа Вера узнала из СМИ. «Сереже я после этого не звонила и ничего не спрашивала. Наверное, я еще не разлюбила его, но моя любовь перешла в другое качество. Я не хочу жить с Сережей, буду любить на расстоянии», – поделилась она в программе «Судьба человека». Новикова призналась, что за годы брака Сергей стал для нее родным, поэтому она всегда будет переживать за него. Несмотря на скандальный разрыв, экс-супруги ничего не делили и обошлись без судебных тяжб, что в звездной тусовке считается большой редкостью. Ранее Вера прокомментировала роман мужа с Заворотнюк. Актриса отметила, что любовница экс-супруга даже бывала в их доме.